сегодня третий день, четверг. Всем привет. Сегодня среда. Хотел снять продолжение того, как меня кормят в фирме корейской. То есть, когда у нас много работы, нету времени, нам заказывают бургеры. Кола, картошка. И маленький бургер. Здесь сотрудники разные. Сегодня уже неделю как заболела главная, которая все время вкусняшки покупает. Как она сказала, она специалист бывает. По набору веса. В общем, это. Она действительно ушла. Сейчас неделю ее нету, я так похудел. Потому что она все время этот. После обеда, там через 3 часа где-то заказывала это, какие-то вкусняшки. Консик называется. Перекус он такой. Сэндвич там и так далее. А сегодня это близкая, ну, сестра, короче, директора. Она вообще не спрашивает. Короче, вообще не спрашивает, что будет, кто. Мы заказали хоть мясной. Слава богу, не острый. Ем я в машине, потому что там не хочу это. Сейчас омикрон опять заразившихся много. Короче, такие 2 дня я вам показал, как меня кормят в корейской фирме. То есть, если вы работаете, здесь в Корее, вы знаете, такой вот буфет. Вас водят, как вчера. Я показывал. Буфеты разные, меню разное. Ну, принцип один и тот же. Типа а-ля шведский стол такой, как в отеле, но попроще. Ходишь, накладываешься. Многие фирмы доставку заказывают. Это в другом там, где мячи сортируют. Там немножко по-другому кормят, там приезжает доставка. Сегодня тоже холодно, но потеплее, чем вчера, на 2 градуса. Сейчас уходил, минус 7 показывал. Бургер уже остыл. Блин, салфетки, конечно, уже не дали. Мальчик. Хотел, да, вот, воспользоваться возможностью передать своей маме привет и родственникам, которые живут в России и в Израиле. Если вы смотрите, ставьте лайк, не забывайте. Бургер с майонезом. Ну, с вами был Коля. Извините, что я чумазался. Всем пока, здоровья, удачи, любви. Сегодня третий день, четверг. Хотел вам показать. В общем, сегодня погода. Очень ветер сильный. И морозно. Поэтому в буфет не поехали, в столовую. Снова доставка. Вчера был бургер, сегодня я заказал. Сегодня пришла эта. Моя любимая, это директор. Она всегда спрашивает, что ты будешь есть. Она болела. Короче, еще не поправилась. Палочки деревянные. Короче, мне суп заказали. Кальбитан. Не разлить только. Рисик. Свинкамеру не взял. А, бульон вот так вот отдельно в пакете. Какая-то из пекинской капусты классная. Так, сейчас распакую. Пришел супчик. Сейчас надо это будет разорвать все и
покажу. Одной рукой неудобно. Суп в целлофановом пакете доставили. Короче, вот так вот супчик выглядит. Говяжий. Со стеклянной лапшой, рис, кимчи. Сейчас буду обедать. Вот так вот меня кормят третий день. А, сегодня не бритый. Холодно. Опаздывал. Не хотелось вставать. Вчера так тяжело было вообще. Сейчас рис откроем. Белый рис. Я его обычно кладу в супчик. Лешка. Короче, я на днях узнал, сколько зарабатывает этот интернет-магазин. И вообще офигел. Это, наверное, отдельное видео сниму. Я обалдел. Так хорошо зарабатывает, а так мало платит сотрудникам. Какой справедливости. Вот мой супчик. Готов. Сегодня мне с меню повезло. Суп не острый и с мясом. Правда, мясо, конечно, маловато. Палочки деревянные. Обычно на доставку такие. Еще многие ребята курят, сюда сигареты вставляют, чтобы руки не воняли. Сюда сигареты вставляют вот так вот. Не ломают их до конца, не разъединяют. И вот так вот курят. Тогда запах на руках не остается. В общем, вот мой обед. Кимчи. Острый. С пекинской капустой. Это та же, как квашеную капусту мы заготавливаем в России. Каждую зиму корейцы вот делают по-своему. И кальбитан. Сейчас будем есть. Я очень голодный. Позавтракать не смог. Блин, как только зашел фирму, блин, работы загрузили. Супчик. Суп подостыл, конечно. Класс. Сегодня мне с меню повезло вообще. Благодарю. Мясо маловато, конечно. Есть заведение, где огромные порции, там такой королевский кальбитан. Но он там стоит дорого, конечно. Там мяса очень много. Покруче. Там такие кости огромные с мясом. Есть такой простенький. Кимчи мне вредно вообще. Здесь очень много перца, у меня кожа почему-то из него. Прыщи всякие. Но я его люблю, поэтому. Кимчи. М-м-м.
Мне нравится кимчи, когда там этот кальмар или это маленький осьминог. С осьминогом, да, нравится. Там мелко режут эти щупальца. Короче, кимчи очень много разновидностей, там отдельную передачу надо снимать. Ехать на фестиваль кимчи. Сейчас из-за коронавируса не проводятся никакие фестивали в основном. Может, и проводятся фестивали, но меня туда не пустят без этого паспорта. Невакцинированные. Но они вон что, вакцинировались, вон болеют все. Я на улице работаю, вон, на улице, помещение на улице, помещение. И нормально. Они вакцинировались и болеют все. В общем, это серия про как меня кормят в корейской фирме. Они там стол разложили, у входа едят, а я это... Там есть эти заболевшие, с простудой кашляют, чихают. Я в машине сижу. И там беременная есть одна, она тоже не вакцинирована, она боится меня. Поэтому я здесь отдельно ем. Да, мяса, конечно, совсем мало. Мяса почти нет. Кимчи лучше не пробуйте, потому что на него сразу подсаживайся. Кто пробовал? Особенно мужчины любят. Все уже. Зависимость полная. Как это рамен вот этой лапши. Быстрого приготовления. Ладно, всем пока. Приятного аппетита.